Проверь колу от черноголовки, а то у моего бати прям какой-то наплыв гордости. Подпишись и покажи батя. Бесплатные игры в Steam, бесплатная подписка на музыку, халявные бургеры с KFC и подписки на все киносервисы бесплатно. Хватай по ссылке в закрепленном комментарии. От оригинальной колы черноголовка отличается на 10%, но их объединяет ортофосфорная кислота. При чрезмерном употреблении может сказаться на здоровье. А также в черноголовку добавили консервант E211. В обычной коле его нет. Сахара у них почти одинаково, но вкус у черноголовки неплохой. Кола оригинал получше. Какой продукт проверить следующим?